Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну, давайте для начала заберем наших парней с тренировок. Это мы делаем в первую очередь, отлично. Вау, кого-то мы можем прокачать. А ну-ка. У нас, ребята, Ронин получает третью звезду. Ну что же, я поздравляю и его, и нас с этим, так сказать, событием. Ну что же, а мы с вами, по всей видимости, сейчас отправимся на основную сюжетную линию. Дальше раздавать люлей. Так, подождите, а что это такое? Что это такое? За 5800 мне предлагают маленькую фляжечку опыта. 990, то есть 1000 опыта, да? Ой, не знаю. Неохота, если честно. Не будем мы брать. Деньги нам пригодятся, ребята. У нас и так с ними напряженка. Так, ну-ка попробуем. Ну, чуть-чуть не хватает, ребята. Еще буквально 4 уровня, и тыквоголовый будет у нас полностью прокачан. Ладно, а мы с вами и едем дальше. Так, мы с вами остановились. А, мы же с вами в новый портал прыгнули, да, и оказались здесь. Ну что же, это даже и лучше. Так, 58 уровень у чумной мыши и 59 у голема. Кого будем брать? В принципе, здесь справимся мы. Давайте начнем, пожалуй, вот с этой пачки и будем, ребята, разбирать их. Поехали. Сегодня у нас будет спокойная, тихая, ребята, серия. Без криков, без ругани, надеюсь. Так что вперед, как говорится, из песни. Да куда ты там полетела? Куда ты летишь, а? Ниндзя моя круче, ребята, согласитесь, чем какая-то там летучая мышь. А ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Распилим. И мышку вызовем тоже. Давай. Травим, травим, травим. Да кого ж ты травишь-то? Получите тогда вот так вот. Раз не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Так, давайте еще вызовем голема одного. Ну и все. Разбомбили в пух и прах вражескую крепость. Продолжаем сразу же, ребята, без всяких рассусоливаний. Будем целенаправленно идти к нашей цели. Так, а здесь у нас Каспер, да? Все равно я оставляю, ребята, эту пачку. Каспер нам здесь не в указ. Что-то мне вспоминается эта колодочка. Ой, как она мне вспоминается, а? Так, ладно. Голем пошел. Тоже вызывает голема, но хитрожопый. А если я вот так вызову? Что ты мне на это скажешь? Каспер, отвали. Так, вызываем сразу ниндзю. Вызываем ниндзю и теперь вызываем чумную мышь. А вот так вот если... А? Что скажешь? Не нравится. А мне нравится. Потому что мы проходим, ребята, с вами очень быстро и легко. Эй, что такое? Я же думал, ребята, опять что-нибудь зависло. В последнее время что-то зачастили вот эти зависания, подлагивания. Ух. Ну, погнали. Так, я что-то, ребята, так быстро начал игру, что даже не посмотрел, кто у нас там прибавился-то, а? Ёлки-палки, вот это я... Так, ну я понял, что голем. Сейчас, ребята, мы вызываем молотильщика. Пускай он начнет тут пробивать его. Вызовем еще ниндзю. А, не оборотень? Нет, по-моему, нет, ребят. Давай вот так. Ага, понял я. Служитель тьмы появился, да? Ну, ему не повезло. Так, пока все хорошо, ребята. Я бы даже сказал, очень хорошо. Разбомбили. И, да, уничтожили очередную, ребята, башню. И еще 2 уровня остается. И у нас территория нечисти будет пройдена. Но не все так просто. Смотрите, кто прибавляется. Прибавляется здесь некро. Слушайте, здесь бы, наверное, бы нам, знаете, кто зашел? Лучше, баллиста.
Но я уже выбрал, ребята. Поздно опомнился, конечно. Ну ладно, попытаемся. Пытаемся как-то противостоять здесь. У меня, в принципе, ниндзя. Она очень хорошо должна справляться с врагом. А вот то, что тут привидение вот это вот летает, это, конечно, не очень хорошо, ребят. Даже я бы сказал, очень нехорошо. Ну-ка. Попытаемся. Иди отсюда. Не нервируй, как говорится, меня, да? Муля. Что-то... Что за фигня? Что за подлаги у меня, ребят? Я не понимаю. Какие-то такие микрофрезы есть. В чем проблема? Так. Ну-ка. Пробиваем, пробиваем. Надо вызвать еще голема. На всякий случай. Мало ли чешок конет здесь. А в принципе все, ребята. Мы выиграли здесь. И очень даже хорошо. Последний уровень. Здесь у нас прибавляется дедушка. В общем, вся старая гвардия. Я, наверное, менять никого не буду. Пойдем таким же, ребят, составом. И я больше чем уверен, что мы их накажем. И заодно потратим полностью энергию у этого состава. У первой, как говорится, бригады. Ух, понеслась душа в рай. Надо, как говорится, копить нам ману. А мана для чего нужна? Для того, чтобы вызвать деда. Чтобы он там всех уже наказывал. Сейчас вызовет голема стопудово. Ну, конечно же, как же без голема. Я тоже сделаю так же. Ой-ой-ой, а вот это не надо. Так, где ниндзя? Вот она, ниндзя моя. Так, я еще молотильщика вызову, ребят, на всякий случай. Чтобы быстрее все это дело у нас прошло. Так, все, я, в принципе, готов вызывать деда. Ну, есть. Сейчас он пойдет в путь дорожку, будет наказывать всех. Отлично, короче. Ха-ха-ха. Я знаю, что он сейчас будет, ребят, тоже вызывать деда. Стопудово. Но мы придержим для этого дела фаербол. Давай, 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 давай. Где? Выходи. Не выходит. Ну что ж, зря. Вот он вышел. Пумс. Вот так вот, чтобы было ему неповадно, ребята. И последний удар. Да. Монетки, монетки, монетки. Вот так, успел забрать. Ну что же, я могу сказать, что идеально здесь было у нас пройдено. Забираем, естественно, сундук нежити. И нам достается 9 карточек прыгуна и 9 карточек башни. Слушайте, ребята, что-то мы с вами... Как-то резко так прыгнули на основную сюжетную. У нас же есть с вами ежедневные задания. Вот оно. Разыгрывается тут у нас голем. Подожди-ка, нет, не голем. У нас здесь разыгрывается служитель тьмы. 7 карточек. Ага. Погоди-ка, а у меня что, это пройдено, что ли? А когда это я успел? Вроде бы играл вчера ночью. Хм, странно. Ладно, ребята, распройдено, ничего уж поделаешь. Тогда ничего не поделаешь. А когда откат-то будет? Через сколько? Ну, уйди ты. Ага, через 39 минут. Ладно. Оставим эту серию на завтра, будем проходить испытания. Ну, тогда продолжаем сюжетную линию, ребята. Так, и у нас территория захватчиков. Поехали. Ага, давно мы, кстати, здесь не видели с вами улиток-то, да? Вот они, улиточки, появились. Значит, будем брать вот эту бригаду. Улитки, бородавочник. Как раз то, что мы любим. Все для нас. Поехали. Так, ну естественно, будем копить ману. Тихо, тихо, улиточка. Не надо так буянить. По-моему, не нанесла, да? Нет, ребята, все четко. Ты посмотри, что происходит, а? Это мне не нравится. Давай. Вот так вот уже будет поинтересней. Бородавчик, зря ты, конечно, сюда появился. А может быть, не зря. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ты посмотри, что происходит, ребят. Ты только полюбуйся. Улитка бомбит не по-детски. Вот что я вам скажу. Вот это да. И как мне здесь, извините, драться? Я не знаю, ребят. Вот честно вам скажу, я не знаю. Ёлки-палки, я боюсь, мы тут сможем проиграть. Улитка это взрывающийся.
она достала, а? Так, хорошо. Предположим, ребята. Давай вот так вот сделаем. А вот так вот не хочешь? Перехватили мы эту улитку, поэтому она не нанесла урона. Ой, елки-палки, а? Тяжело. Ну-ка, прыгун. Давай, в ярость впади. О! Молодец. Порвали. Как тузи грелку, ребят. Ну что же, а мы двигаемся с вами дальше. Второй этапчик у нас. И тут добавляется жаба с пушкой. Угу. Жаба с пушкой, да? Ладно. Я думаю, справимся. Ну, улитка, конечно, здесь бомбит что-то не по-детски. Вот, если честно. Просто разносит любого юнита моего. Так что надо как можно быстрее вызывать мечника. Так, он пошел. Дальше копим уже на нашу, хотел сказать, богиню. На нашего воина, естественно, ребят. Маг-воин. И тут уже надо будет, знаете, что делать? О-оу, о-оу, как так? Это как так произошло, вообще не понимаю. Иди ты, пень. Нет, только не надо. Отлично. Бородавщик прыгает. Ладно, фиг с ним. Да ты посмотри, чего эта улитка делает, а? Жесть какая-то. Она разбирает моих солдатиков. Блин, тут бородавочник достал уже. Он упал. Ну что же, я думаю, что победа будет здесь за нами. Да-да-да. Улиток никаких мы не позволим бомбить нас. Ну-ну-ну-ну, поднапряглись маленько. Есть. Вот так вот, с каждой базой будет, которая встанет против нас. Ну, а мы переходим с вами на третий этап. И здесь у вас, смотрите, появляется уже воблер. Слушайте, ну, воблер, вы помните, он сосунок. Но я бы, наверное, все-таки взял вот эту пачку. Хотя, подожди, эту пачку. Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Попробуем, поехали. Главное успеть вызвать нашего самурая. Он почему-то долго копится, елки-палки, пошел. Так, теперь будем копить с вами на паладина. На паладина же будем копить, да? Я думаю, что да, лучше на паладина. Так, и теперь нам нужен баллиста. В обязательном порядке, ребята, баллиста нужен. Да иди ты, блин! Вот она, эта улитка, а? Противная. А ну-ка, бомбанем. Воблер там что-то хотел сделать. Но, как видели, ничего у него не получилось. Так, хорошо. Баллиста, да что за подлагивания-то такие? Я никак не могу понять, а? Хоть ты тресни. Что за ерунда тут происходит? Вот мы уже, ребята, и базу бомбим. Красота? Конечно, красота. Еще одна баллиста вышла у меня. Так, давай-ка вот так вот поможем. Бородавщик побежал. Ты бежишь? Нет? Идешь? Ну, ладно, иди. А ты, в принципе, нам здесь уже и не нужен. Мы, наверное, пройдем без тебя. Ну, давай маленько-маленько поднапряглись. Да. Пух и прах разнесли. Ну, предпоследний этап, ребята. Так, здесь добавляется боевая жаба. И жаба с пушкой, как всегда. Куда же без нее-то? Слушайте, я вот все хочу, ребята, попробовать тыквоголового. Как он бы здесь бомбил, интересно, а? Наверное, нехило. Так, ну что, будем пробовать эту пачку, да? Давайте попробуем дальше пройти. Не знаю, получится, не получится. Но вдруг. Просто здесь эта улитка, она... В принципе, все карты мне спутывают своей скоростью. Вот-вот-вот-вот-вот, о чем я вам говорил. Успеем? Успеем. Так, а теперь, естественно, нужен паладин. Оу, боевая жаба вышла. Боевая жаба стоит 200 маны. Так, смотри-ка, улитку разбомбили. Так, ладушки. Вызываем бородавочника. Он все-таки неплох в плане атаки. И нам пригодится.
А вот теперь вызовем баллисту. Блин, жаба вышла с пушкой, это плохо. Сразу двоих, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, где баллиста? Где баллиста? Почему ты? Ты же далеко умеешь стрелять. Почему ты подходишь так близко? Я не понимаю этого. Так, этот бородавочник. Бум! Откинул. Почти всех откинул, а? Так, улитка. Жаба. Отлично, ребята. В принципе, нам здесь повезло. Очень даже крупно. И разносим потихонечку уже базу. Как вы видите, тут уже никто ничего ему не поможет. Давай-давай-давай, поднапряглись, малька. И последние удары. Есть! И карточку заберем себе. Фух, вот это мы триумфаторы с вами. Есть! Вот это круто, ребята. Мы с вами получаем сегодня 59 уровень. Слушайте, мы с вами так быстро растем, что я просто офигеваю. Ну, это и хорошо, потому что враг тоже, извините меня, нам достается не сладенький и не слабенький. Так, ну что ж, давайте тогда будем с вами прокачивать. Ага. Так, деда. Так, поехали дальше. Ниндзя. Молотильщик, голем и чумная. И башня. Так, здесь все. Поехали дальше. Здесь, конечно же, богиня света. Черный рыцарь. Так, маг-рыцарь. Так, всадник на журавле. И прыгун. Так, и башня. Ёлки-палки, ребята, деньги просто тают. Посмотрите, мне не хватит на всех-то здесь. Так, давай мы, наверное, вот тут вот в первую очередь вот этим вот прапаем основных, как говорится, своих бойцов. Так, даже на базу не хватило, вы представляете, ребят? Ладушки. Погнали в бой. Так, у нас с вами последняя миссия, но я знаю, что мы ее сейчас элементарно пройдем, потому что здесь у нас восстановилась вся энергия. Так, а у нас тут... Ага, гипнотизер 60 уровня. Ну что же, попытаемся его пройти. Он у нас боится, знаете чего? А он боится фаербола от моей башни. Если он получит по зубам, то ему мало не покажется. А он обязательно получит. Ну, где, кто, чё? Понял. Так, надо вызывать голема. Вызвали голема. И теперь надо копить ману уже, елки-палки. Чтобы, как говорится, не застали нас врасплох. Блин, вторую жабу вызвал. Да ты чё, припух что ли совсем, а? Надо помогать. Так, молотильщик. И вызываем уже, наверное, деда. Ну, да что за фризы-то такие? Это, мне кажется, ребята, что-то с эмулятором уже. О, дедуля вышел, сейчас кому-то не поздоровится. Бородавочник. Не повезло. Так, вот это вот. Вот это было, наверное, не вовремя сделано. Надо было потратить. Я, честно говоря, не думал, что он вызовет сейчас. Так, ну. Наказываем. Да куда ж ты пошел, дедуля? Ай-яй-яй-яй-яй. Все карты спутали нам. Ха-ха, карточку достали. Нет, вообще-то все хорошо. У нас все под контролем, ребят, смотрите. Мы пробили. И подошли к базе. И я еще вот так сделал. Фаербол даже не успел долететь. Ух. Четко, все у нас четко. И забираем, ребята, сундук захватчика. Смотрим. Слушайте, 7 бородавочников. И я забыл, как его звать. Как его звать-то, а, босс? Поехали. Так, и у нас, ребята, зал роботов. 62 уровень. Ёпарасоте, 62. Так, я думаю, что вот эти вот ребята здесь должны, в принципе, справиться легко. Да? Поехали, посмотрим. Время, как говорится, покажет. Слушай, он, наверное, сейчас будет этих вызывать. Щитоносцев, скорее всего. Да-да-да, я так и думал почему-то. А мы тогда мага-воина. Опс, а вот это вот не надо. Толпунчиков нам вот этих вот. Блин. Какой же он поганый, вот этот толкатель, ребят.
Он, смотрите, сам отталкивается и избегает удара. Понимаете, да? О чем я? А если мы вот так вот? Все, не понравилось, сразу же скис. Мне очень даже нравится. Пробили. Так, и бомбим уже, ребята, базу. Так, деньги. Как говорится, на бочку. Ну, давай-давай, пробиваем, ребят, пробиваем. Все, у него нет шансов. Изи катка. Вот так вот. Фух. Двигаемся далее. Вторая миссия у нас. Так, добавляется всего лишь молотильщик. Всего лишь. Этот молотильщик нам может таких сейчас проблем наделать. Нельзя, как говорится, недооценивать врага. Ну, по крайней мере, здесь расстояние такое приличное. Опс, опс, опс. А мой мечник, наверное, не справится, ребята. Ведь так? Ведь как? Или справится? Твою маковку! Да, ребят, мы здесь не успели. К сожалению. Ладно, давай хотя бы попробуем. Давайте ускоримся, в конце концов. И на ускорении поиграем, чтобы, как говорится, не томить тут долго никого. Так. Давай. Отлично. Ну. Шикарно. Шикарно, ребята. Смотрите-ка, мы сейчас его уничтожим просто-напросто здесь в хлам вообще. Блин, если бы этот гаденыш бы не ударил бы мою базу, молотильщик, мы бы здесь прошли. Хорошо, мы сделаем по-другому немножко. Мы возьмем вот эту бригадушку свою. Она у нас тоже мощная, довольно быстро строится, так что вперед. Он думает, что он один такой умный здесь, да? Ну давай, молотильщик на молотильщик, поехали. Мой даже выиграл. Не знаю, как так получилось, но сами видели. Так, Големыч. Големыч. И надо будет это все дело, ребята, прикрыть. Да-да, чумной мышью. Клюем. Да ел просто, что за фигня-то? Ну-ка, в помощь, как говорится, нашим собратьям. Отлично. Слушай, а подожди, а кто сейчас убил у меня летучую мышь? Вот этот вот плевальщик, что ли? Я не понял. Он что, у нас и воздушные цели задевает? Получается, что так. А я-то думал, что у меня мышка здесь будет летать себе вольготно, без проблем, но не получилось. Вау, просто обстрел, ребята, базы. И вот так вдогонку. Шик и блеск. Ух, я же говорил, что мы здесь пройдем, ребят. Все у нас идеально идет. Так, ну что, третья миссия. Тут у нас бомбер. Бомбер — это плохо, зато здесь нет молотильщика. Поэтому я возвращаюсь, ребята, вот к этой своей старой команде. Поехали. Так, копим, копим, ребят, подождите. Тут нету быстрых, да? Он сейчас бомбера вызовет, стопудово. Или нет? Слушай, что-то не вызывает. Поехали тогда мы первыми будем. Угу, вызвал бомбера он. Промахнулся, да? Нет, не промахнулся. Так, я вызываю прыгуна. Он сейчас будет тут наказывать их. Ну, дай... Во-во-во, как раз. Как раз он сломался, что ли, родной? Робот разломался. А мы уже, ребят, смотрите, базу кромсаем. Вовсю. Вовсю Ивановскую, ё-моё. Ну-ка. Не трогать моих солдатиков, я сказал. Так, прыгун, давай, без тебя тут никак. Не справляемся почему-то. Прыгни, устрой тут карнавальную ночь. Ускорение. Все, хана. Ох. Что-то как-то мы неспроста тут с вами идем. Все так легко и просто. Знаете, прям вот одно заглядение. И кто же у нас здесь? Ага. Кстати, ребята, да, вы правы. Насчет того, что вот хилбота раскачать, я думаю, что стоит. Вы представляете, если хилбота прикрепить, например, к раскачанному, как его, терракотовый боец, этот воин, который каменный. Вы представляете, что это за убер будет? Это звездец. Ну да, конечно, могут его подбить кто? Кто перепрыгивает, например, прыгун. Или кто еще может?
Мышь летучая, да, может его, кстати, забомбить. Хотя вряд ли она будет стрелять в голема, в этого, в терракотового воина. И ему пофиг, он все время будет отхиливаться. Но хилбот должен быть прокачанным просто офигеть как, чтобы он мог действительно успевать отхиливать. Так, ну что же, нам нужно здесь подумать, кого вызвать. Так, молотильщик, все, я понял. Поехали, вот эту вот берем бригаду, потому что нам нужно успевать будет сейчас. Успевать, как говорится, ставить оборону. Смотри, не вызывай такого, гаденыш. Что он там задумал опять, а? Так, ну ладно, мы тогда вызовем голема. А вот и молотильщик подоспел. Давай-ка мы своего тоже вызовем. Да-да-да-да-да. Блин. Ребята, хилбот вышел. Собственной персоной. Давайте-ка как-то надо наказывать их. Воу, шик и блеск. Получилось, по-моему, пока, ребят. Ну что за фризы, а? Так-так-так, тихо. Слушайте, ну мышь вот хорошо здесь у нас. Она прожимает их. Воу, тут еще и ниндзя у меня. Ой, вообще красота. Слушайте, мы просто их давим. Смотрите, давим. Несмотря на то, что они по уровню у нас выше, мы их прожали. Как сосунков. Ха-ха-ха. И я еще фаербол сейчас выпущу в догоночку. Вот так, ребят. По красоте, чтобы все было. Ой, они там стоят в этой кислоте, бедные, парятся. Ой, не завидую я им. Не завидую. Так, ну что же, и вот у нас финальный уровень. Ох, ох, ты посмотри, здесь у нас, ребята, будет атомный... А, ядерный робот. Да-да-да, ядерный. Даже не знаю. Даже не знаю, ребят. Ладно, я попробую этой. Потому что у нас у первой команды больше дамага. Если что, мы сможем его завалить. Хотя мы быстрее всегда с вами базу разрушаем. Но, как говорится, мало ли чего, да? Все может поменяться в любую секунду. Так, что-то никто не выходит. Странно опять. Вот оно, пошло. Отребье. Давай-ка мы так же сделаем. Мы сделаем то же самое, да, ребят? Так, и копим дальше. Не отвлекаемся нам. Вот и дедушка, в принципе, сейчас выйдет. Слушай, что за фигня? Там нам не надо, чтобы тут было два килбота. Верно, ребят? Вот так вот. Слушай, деда надо вызывать. Е-мое, я сижу, что-то... Совсем не тем занимаюсь. Дедуля, давай, выходи. Засиделся ты уже там. Погнали. Ну. Медленно, конечно, идет. Ну да ладно, я потерплю. Вот он, ребята, вышел. Так, а ну-ка мы вот так сделаем. На-ка. Слушай, ну он мощный этот чувак. Ну-ну-ну-ну. Ну, как обычно, ребята, мы быстрее завалили базу. Хотя и его тоже мы пережучили. И причем довольно неплохо. Фух, ну что же, у нас сундук робота порадует. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Так, и у нас, ребята, сколько еще тут? Две, да? Нефритовая долина и опять захватчики. Угу. Ладно, давай-ка посмотрим. Ой... 63 уровня, ну куда мне с ним тягаться, я не знаю, ребят. Ну это нереально. Ну как вот мне его сейчас вот побеждать? Я просто представляю, что сейчас будет. Будет просто разрывание меня на кусочки. Ну вот единственный плюс, единственный вот в этом, в нем, то что он очень и очень медленный. Погоди. Ой, не успеваю, ребята, я, к сожалению. Ой, сейчас, по-моему, у меня мечник. Нет, мечник продержался. Молодец, красава. Умница. Куя, я тебе сейчас дам, куя. Иди отсюда. А вот, вышел аглоедушка, блин. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Наказывай его. Наказал. Вот так вот. Чтоб ему было неповадно. Я не могу понять, а кто же все-таки у нас пугает, а? Кто делает так, чтобы они убегали?
знаю, ребята, какой так юник у нас может делать. Ну что, здесь-то мы по-любасику с вами пройдем. Должны. Ну, да. Так, карточка, иди сюда. Шикарно, согласитесь. Поехали дальше. Второй этап. И тут у нас, ага, всадник на журавле добавляется. Я думаю, что можно здесь вот эту вот пачку взять. У него дорогие юниты, у меня дорогие юниты, но у него есть всадник, да, на журавле, а у меня есть баллиста. Так, надо нам в первую очередь вызвать Палыча. Паладин, потому что он и нижних бьет, и, соответственно, летунов. А летуны здесь, как мы видим, у нас вот они, вышли. Так, баллиста, ты мне нужен. О, хорошо, пошел пробой. Отлично, шикарно даже. Минусуем. Так, бородавчик, давай с разбега. Нет, не дождешься ты от него никакого разбега. Зато баллиста не наносит вот этому нефритовому воину вообще никакого урона. Просто нет урона ему, все. Так, тихо. Что за ерунда тут происходит, эй? Ну, а еще одну баллисту вызовем тогда. Может, вдвоем им будет попроще? Слушай, по-моему, вдвоем им попроще. Так. Бородавочник не бежит? Не бежит. Идет, как в штаны наложил опять. Так. Всадник на журавле довыделывался. Ну, долго, конечно, долго они пробивают. Очень, ребята, долго. Ты посмотри. Так, неспешно стреляю. Я третью баллисту уже вызываю, ребят. Жесть. Так, а у нас времени-то минута осталось. Радуемся здесь. Давай, давай, базу, базу, базу мне главное. Разносите в хлам базу. Ну. Так, еще одного паладина вызовем. Самурая. Да что ж тут творится-то? Так, заморозка, да? Опс. Прошли. Прошли. Ну, как-то долго. И затянулся, если честно, бой у нас здесь. Хорошо. Вуджен. Не было печали, а он появился. С ним мы, помните, как деремся, да? Всадника на журавле он не может пробить. Прыгун его уничтожает. Но тут у нас одна энергия всего лишь. Вот что плохо. Поехали. У нас все равно нет выбора. Ну, идем по красоте, ребят. Вообще без запиночки. Нормально. Я же говорю, будет сегодня выпуск спокойный, без нервов. Кто там? Иди отсюда своим куя. Давай, 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 богиня. Ой, почему я ее все богиней называю? Ну, потому что она, ребята, так же вылетает. И что-то мне ассоциация именно с богиней сразу же. Так, надо, наверное, вызывать здесь. Да-да-да. Нашего журавлика. Ну, бомби, бомби. Так, а вот здесь уже нужен Вуджен. Куда ты там, голубчик, захотел чего, а? Мана нам нужна, а? Слушай, смотри, как он жестко бьет. Офигеть. Да, он очень жестко бьет. Слушай, что-то мне не нравится, как тут у нас идут дела. Ну? Пробили, да? А-а-а, Вуджен, ребята! Прыгун, пошел, 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 родной, успеешь, нет? Ты должен успеть. Давай, давай, наказывай. По красоте. Опа, ускорение. Ты посмотри, все ускорение на этого говнюка потратили. Он простоял в этой, в каменной защите. Давай-ка еще одного журавлика вызовем. Я смотрю, мы только за счет журавлей с вами можем здесь вырулить. Ну, бомбим. Есть. А вот и базочки хана. И у нас с вами предпоследний уровень. Хм, здесь, ага, давненько я, кстати, не встречал черепашек здесь. А вот она и появилась. И кого же мне взять? Этих ребятушек, а, взять, может быть. А попытаться можно, в принципе, да? Смотрите.
У нас нету Вуджена, соответственно, баллиста будет жить. Единственное, что попробуем пробить вот эти вот, смотрите, 64-й, 62-й уровень. Как? Пока не знаю, но пытаться надо. На 6 уровней, ребята, он меня превосходит. Согласитесь, это просто офигенный перевес. Угу, ладно, будем пытаться. Так, что мне нужно для начала? Я, наверное, вызову паладина, а потом будем... Ну вот если паладин против него, конечно, у меня паладин проиграет, это однозначно. Я вот знаете, что думаю еще? Вот она вышла, эта черепаха. Ёкалывали, сейчас будет, по-моему, звездец нам. А ну-ка. Да. По-моему, нам звездец сейчас будет. Баллиста, не справляешься, что ли? Ё-моё. По-моему, не справляется нифига у нас баллиста. Е, оттолкнули хотя бы этого говнаря. Так, ладушки. Оу, как она... Ты посмотри, что две черепахи там бомбят как. А ну-ка, давай вот так сделаем. Все, ребята, я теперь понял, как работает наша база. Вы были правы. Она работает именно так, пока не уничтожит врага. А так как этот придурок в камень превращается, то она считает его, как будто он погиб. И перестает стрелять. Логично. Так, ну что, где там эта чертова черепаха? Вон она вышла, появилась. Давайте бомбите по ней. Ох, ох. Так, карточку прозевакал, блин. Чертова черепаха. Ну, вот так вот. Как говорится, нечего тут этим черепахам делать, да? На нашей территории. Наша территория, мы идем дальше, они нам преграждают путь. Естественно, нужно убрать их с поля боя. Так, хорошо. Три баллисты, ребят, я уже четвертую вызвал. Помогаем. Зергут. Слушайте, ну баллиста хорош, хорош. Его бы вот еще прокачать бы, блин, до звездочки бы. И вообще не было бы ему цены. Ух, а вот здесь уже тяжело, ребята. Вот Джен, 63 уровень. Черепаха 62-й и богиня света 64-й. Кто может противостоять такой армии? Не знаю. Эти, тут энергии нету. Вот эти, если только. Нет, не вариант. Слушайте, а у нас черепаха вот эта стреляет только по наземным целям или по воздушным тоже бомбит? Не помните, а? Вот я не помню, если честно. И знаете, почему здесь у нас не прокатят? Потому что ниндзя и молотильщик очень быстро будут гибнуть от Вуджена. В идеале бы вот это, конечно, бы пачка хорошо пошла бы. Но придется брать вот их. Ну, попытаемся. Это уже, конечно, вообще обалденный риск. Обалденный, ребята, риск. Там такая командочка собралась. Просто офигеешь. Так, нам нужно копить. А что, король? Король нам здесь, по-моему, ничегошеньки не сделает. Верно, ребят? Единственное, что... Вот он, его Джен вышел. Блин. Я, конечно, попытаюсь как-то здесь уладить дела. Ну-ка. Минус. А вот Джена-то будем бомбить? Не хотят они бомбить вот Джена, ребят. Давай тогда... Ой, баллиста-то совсем слаб. Он слаб, ребята. А вон и черепаха появилась. Опс. Как он это сделал, ребята? Как он это сделал? Он уже вызвал богиню. Сейчас будет жесть. Сейчас нас тут раздеребанят. Ну-ка. Да упади ты, блин. Черт подери, блин, вот все бы хорошо, ребят. Ну, есть. Так, ладно. Предположим, ребята. Что дальше у нас происходит? Да кто-нибудь уничтожит эту, блин, богиню света или нет? Нет, по-моему, у нас не хватит мощей, ребята, здесь.
пробиться. Смотри, что она сейчас будет делать. Ох, она жарит. Так, я вызываю подмогу. Там таракотовый. А где мышка-то? Не вижу я заморозку. Ну? Слушайте, ребята, не хватает просто-напросто силы. Карточку, хотя бы карточку урвали. Так, бородавочник, давай с разбега, молодец. Вот так вот, туда, подальше, блин. Ой-ой-ой-ой, что творится здесь? Что тут происходит? Я просто в шоке, ребят. Три Вуджена стоит. Не-а, не прокатит, ребята. Ладно, пускай уничтожают базу. Бесполезно, ребят. Ты представляешь, да, у него вот эти вот черепахи и Вуджены. Я же ускорился. Вот тебе называется и ровно, и гладко. Так. Слушай, а давай-ка вот так вот сделаем. Да пошли они, как говорится, все в трещину, да? Я попробую. Я не хочу просто так проигрывать. Так, пускай он валяется здесь. Так. Вот, бородавочник. Давай-давай, уничтожаем базу. Ну, бомбим, конечно же, бомбим. Черепахи эти нам здесь не нужны. Да что ж ты будешь делать? Не можем мы, ребята, пробить. А нет, пробили черепаху-то мы эту противную. Есть! Не так-так-так завалили. Фух, ну пришлось, естественно, потратить, ребята, 10 гемов. Ну-ка, что нам здесь достанется? Тигр. Ну и этот копейщик древний. Слушайте, ребята, ну здесь у нас уже не хватит с вами, наверное. Так, тут у нас защитник и слизень-морпех. Так, тут есть еще одна энергия. Поехали, тогда ими не пройдем, наверное, да? Потратим, как говорится, полностью всю энергию, чтобы со спокойной душой уже, как говорится, идти в байки. Так. Пошел големчик. А может быть, я зря это сделал? Кто там? А, тут же страж. Тут же, ребята, он на него как? На него копит. Вот стопудово вам говорю. О, естественно. Ну что же, будем тогда травить. Ты посмотри, какой он. Посмотри, какой он мощный. Попробуй его пробить, блин. А вот так вот, если. А? Понял, где наша зимой. Вот так-то. Давай, родные, бомбим базу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чтоб тебя. Появился, не запылился. Откуда ты взялся только, а? Так. Фаербол мне нужен срочно. Так, ускорение. Есть. Фух. Бомбанули. Так, а здесь у нас кто? О, ребята, хищнец. Попрыгунчик этот. Слушайте, если у нас вот самурай сможет его завалить, то мы пройдем. Если нет, то мы проиграем. Поехали пробовать. Как вы сказали, он прыгает перед самой базой, да? Проверим. Так, будем копить. Копим, копим, копим. Прыжок. Ну-ка. Должны мы его взрючить или не должны? Сделали. Сделали охламона. Ой, погоди. А вот этого, ребята, это был уже нежданчик. Я не ожидал такого. Поэтому мы здесь и профукали. Он двух этих уродцев выпускает. Вы посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Как это было гнусно. Так, ну что же нам тогда здесь делать? А у нас ничего не получится, у нас манны мало. Угу. Манны мало, поэтому у нас, наверное, не получится переиграть, ребят. Ну что ты тут выбежал, на? Олух. Так, этот слизень-морпех достал уже, если честно. Ой, баллисту накрыл. Ты достал уже, серьезно говорю. Ты посмотри, он просто сносит всех на своем пути. Всех абсолютно. Ну, бородавочник, давай. Пошел отсюда.
Слушай, не так и не так не можем пройти, представляешь? Ни один вариант не подходит нам. Да ты достал уже уничтожать всех моих этих. Да. Нет, ребят, это не та колода, которой можно рулить. Просто не та, вот и все. База моя стреляет всего один раз, блин. Ладно, давайте проигрывать. Смешно, конечно, глупо. Но гемы я здесь тратить не собираюсь, ребят. Пардончик, как говорится. Проиграл, да. Два проигрыша за сегодня. Но это, я считаю, нормально, ребят. Несмотря на то, что у них такие уровни. И у меня. И смотрите, как мало-мало мы с вами заработали сегодня. Даже четверть уровня не подняли. Так, ну зато мы можем с вами прокачаться. А ну-ка. Есть. Тыквоголовый у нас полностью прокачанный. Так, я еще хотел ведьму. Ведьма всего 2 звезды. Но ничего, ребята. Скоро она получит третью звезду. Осталось всего лишь ей 27 карточек заработать. И все. И она у нас будет на 3 звезды. А если у нее будут 3 звезды, соответственно, она уже будет в нашей, так сказать, бригаде состоять. Так, ну что, нам надо поставить на тренировку, да? Давайте их поставим, пускай они тренируются. Отлично. Ну что же, а мы с вами на этом будем завершать. Как говорится, всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, и мы увидимся с вами в следующей серии. Ну а с вами был Рэй, всем пока и до скорого. Мир будто бы замер, глаза твои карих. Я впервые растаю в твоих объятиях и твоих касаний. Чувство лавины нас снова накрыло. Хочу быть самой счастливой твоей половиной. Ты даришь мне крылья.